Привет из Бали, мои хорошие! Небольшой тренинг на раскрытие бедер и на скрутку. Начинаю с правой ноги. Завожу правую пятку в левый локоть и прижимаю к себе полностью всю ножку, груди поближе. На выдохе дышу ровно, спокойно, спину оставляю прямой. И теперь кладу внешний край правой ноги в левый пах, как можно выше. Потихонечку отвожу колено правой ноги вниз. Спину держу прямой. И перехожу в Ардха Баддха Падма Пасчиматанасана. Делаю вдох, грудина вперед. И на выдохе захватываю левую стопу и начинаю тянуться руками вперед. На следующем выдохе отпускаю голову, шея максимально расслаблена. И начинаю тянуться на каждом вдохе макушка вперед. На каждом выдохе колено левой ноги прижимаю к полу. Натягиваю коленную чашечку и пальцы левой ноги на себя. Слежу за тем, чтобы правое колено лежало на полу низко и чтобы правое бедро раскрывалось. Ардха Баддха Падма Пасчиматанасана. Встаю на вдохе и сгибаю левую ногу сейчас в колени. Левая пятка идет к левому бедру. Наклоняюсь, обвожу за левое колено левой рукой и встречаюсь с правой рукой. Беру правую руку за кисть. Разворачиваюсь направо, смотрю через правое плечо. Маричьясана. Наклоняюсь на выдохе к колену, поднимаюсь на вдохе. На выдохе опять наклоняюсь к колену. И на вдохе поднимаюсь. Здесь идет уже небольшая скруточка. Маричьясана 2. Это была асана. Выравниваю левую ногу перед собой. И перехожу Ардха Мацхиндрасана 2. Захватываю сначала правой рукой внешний край левой стопы, разворачиваю здесь и теперь левую руку провожу за спину и на выдохе немножечко наклоняюсь, захватываю голень правой ноги. И здесь у меня уже хорошая идет скрутка. Оставляю обе седалищные кости на полу. Слежу за тем, чтобы правое колено лежало на полу и разворачиваюсь. С каждым выдохом я больше и больше скручиваюсь. Это видно на видео. Оба плеча на одном уровне. Плечи идут вниз от ушей. Вдох и выдох. Смотрю через левое плечо назад. Подбородочек немножко опущен. Ардха Мацхиндрасана 2. На следующем выдохе расслабляюсь, раскручиваюсь, вдыхаю, грудь идет вперед и опять наклоняюсь. Ардха Баддха Падма Пасчиматанасана. Здесь уже наклон у меня гораздо глубже. На вдохе встаю. Перевожу правую ногу с внешней части левого колена, левую ногу сгибаю и левую пятку перевожу с внешней части правого бедра. И перехожу Ардха Мацхиндрасана 1. Скручиваюсь теперь вправо, на выдохе привожу левое плечо с внешней части правого колена, спина тянется вверх. И на каждом выдохе скручиваю и смотрю назад через правое плечо. Дышу ровно, спокойно, нахожу обе седалищные кости. И теперь на выдохе провожу левую руку через правое колено внизу. И правая рука встречается сзади за спиной. Захватываю левой рукой правое запястье. Еще посерьезнее здесь скрутка. Давлю правым коленом в левую подмышку.
отталкиваюсь таким образом, чтобы еще посильнее была скрутка. На каждом выдохе еще дальше отвожу правое плечо назад, руку можно выпрямить. Практически полностью повернулась в бок моя грудина. И на выдохе потихонечку распутываю себя из такой хорошей скруточки Ардха Матсиндрасана 1. Вытягиваю обе ноги перед собой. Нахожу обе седалищные кости из Дандасаны, захватываю стопы и тянусь вперед Пашча Матанасана. Это просто потрясающая асана для всех. И во время месячных можно делать для девушек. Хорошо очень для спины. Здесь надо подержать подольше, потянуться. Очень хорошо помогает гравитация, поэтому надо побыть в этой асане. Проверяю свое положение и тянусь. Это не статичная асана, динамичная. С каждым вдохом тянусь вперед, с каждым выдохом колени подтягиваю, чтобы ноги были прямые. На вдохе встаю, сажусь в дандасану. И я закончила свою практику. То же самое можно сделать на другую ножку. Жду вас на Бали, моих.